В Поволжской академии спорта собрались более 1000 человек, имеющих непосредственное отношение к профессиональному празднику, отмечаемому 17 февраля, Дню российских студенческих отрядов. Лучший студенческий трудовой отряд наградил президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Церемония награждения состоялась в рамках 3-й республиканского форума студенческой трудящейся молодежи «Не словом, а делом». При участии около 1200 делегатов из разных вузов Татарстана, в том числе Казанского федерального университета. Участие вот в таких проектах, как студенческие отряды, это работа в команде, это получение каких-то навыков, это испытание себя. И здесь я считаю, что люди, которые проходят вот этот этап, они получают бесценный опыт. По словам руководства республики, будет оказываться ребятам всяческая поддержка в работе студенческих отрядов. Студенты, которые участвуют в трудовых отрядах, получают опыт работы в команде, испытывают себя. Я вообще не ожидал, что будет вот такая вот атмосфера, все это весело. Я просто думал, нас будут обучать и отправлять в лагеря. Вот чтобы такого вот очень неожиданно, я ни разу не пожалел то, что вступил в студенческий отряд. Это уже второй год я в студенческих отрядах, а здесь я очень жду, что в номинации «Лучший местный штаб студенческих отрядов» наш штаб займет первое место. На самом деле просто очень захотелось поехать работать вожатым в Крым. И вот студенческие педагогические отряды, как раз-таки РСО, дало такую возможность. И просто все мечты мои, мне кажется, в этот момент начали сбываться. Дети, улыбки, их эмоции – это нечто. Я желаю каждому испытать это. В рамках торжественной части форума были награждены победители республиканского конкурса «Студенческий трудовой отряд года 2017». В номинации «Местный штаб студенческих трудовых отрядов года» победителем признан штаб студенческих отрядов Елабужского института КФУ. Командиром года стала Ксения Зверева из ПО «Регион 116» Елабужского института Казанского федерального университета. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.